Hey, yo, guys, с вами Шумики, мы продолжаем проходить игру по названию The Sword of Ditto. Ну что, мы прошли с вами до Дзёу, теперь мы отправляемся в следующую локацию, которая у нас находится с левой стороны от Дзёу. А вот что она себе будет представлять, это уже... Их его знает. Я хочу на самом деле побыстрее уже прокачаться до какого-то определенного уровня. Потому что я смотрю, у меня меч так долго апается. Шахта Фезербай. Шахта Фезербай. Как я понимаю, это ломается, да, уничтожается. Борцовский пояс. Усиленная защита. О, ништяки. О, подожди. А это тоже одежда. Снаряды не причиняют тебе вреда. Но мне снаряды причиняли вред. Броня 5%. Ну пусть ладно, этот будет зонтик. Стоп. Точно я уверен, что там больше ничего нету. Эм, пофиг. Тридцаточка. Скоро будет второй уровень у меня. Манате, он взрывается еще. Да, и нихере жестко восстанавливают. Тридцать два. А, не, то не 32. Так, хорошо, здесь какая-то херовина закрывает мне проход. Слушайте, я, может, скоро уже нафармлю себе косарь. Ну, хотя, с другой стороны, какая разница, если могу только одну наклейку с собой носить. Вот, кстати, первый нюансик в игре. Я не могу больше одного жетона снаряжения носить. Погнали далее изучать территорию, что у нас есть. Потом будем смотреть, что я мог вообще сделать. Слышу призрака. Не трожь. Не. Я не хотел в город стоять. Наконец-то, новый уровень. То есть у меня второй уровень, у той бабёхи шестой. Ого, похоже, меч усилился, он до сих второго уровня. Он не только стал крепче, чем ты можешь использовать больше наклеек. О, остальные... Осталось поднять уровень меча еще несколько раз, а именно 4. И тогда ты сможешь взять за мормом. А, то есть максимальный уровень меча 5. Ха-ха-ха.
Ой. Бесплатная наклеечка. У меня и хп увеличилось максимально. Нифига себе. Вот обычные наклейки. У меня их уже две. Проклятие. Дита. Ткач эфиром. Да, разве это имеет значение, когда перед тобой красоты природы? Именно так. Ни малейшего. Может, тебе стоит как-нибудь сделать передышку? Прекрасный повод вспомнить, за что ты сражаешься. Так, ладно. Пойдемте в спуск вниз. А, теперь у меня еще и голова есть. А почему я в меч не могу ничего поставить? Ладно, фиг его. Блин, надо хорошее найти огнестрельное оружие. Снова эта фиолетовая хрень. Ну, а погнали наверх. Я думаю, вдруг тут и... О, нифига монет. Мне еду нужно фармить. Да и мне осталось еще 30 монет. Дворец Мормом. Я теперь деревянные щиты пробиваю. Ну слушайте, а так что увеличится нормально у меня теперь опыт. О, еда падает, наконец-то. Хоть что-то полезное. Вот, странное дупло. Проход влево, наверх. Ну так, в город нам, в принципе, не надо, так ведь? Ну да, теперь я чуваков этих убиваю с двух тычек. А кстати, нужно было проверить, сможет ли он меня задамажить. Он же, по идее, снарядами стреляет. А то могло как бы относиться к ловушкам. А не к снарядам. Я мог бы пойти сразу на Морму, попытаться. Ну, снова же, если туда отправляться, мне нужно будет полностью запастись бомбами. Скалистый Black Mod. Запастись до хера еды. Yeah.
еще за ящик с инструментами. О, я молодец. Сучи! О, да тут еще что-то есть. Древняя табличка 42. Утерянный фолиант, рассказывающий о древней истории. Стрекоза 3. Тема. Ответ, ответ, ответ. Кандидаты. Дата получения 13 апреля 1973. Морма явно лучше всего подходит для плетения чар памяти. Судя по ее результатам, она может плести их в течение нескольких часов, прежде чем ей потребуется отдых. Именно столько ты... По нашим прогнозам, я должен длиться каждый цикл. Еще один ткач будет на подходе. У нас уже есть двое человек. В западно-релианской центре локализации. Так что внедрить его будет несложно. Как продвигаться поиски второго ткача? Что за ткачи? У меня... Подожди, у меня уже вторая... А, да, у меня была вторая эра. Уровень эфира 1. Целевой уровень 6. Сила меча... Ладно. Так, подожди, мне нужно наверх, давайте я вниз. Погнали. Подземелье. Туда-сюда, и мы уже с вами будем. Грот Рахлоу. О, скорпион получено. Получен пячок скорпион. Так, а если я сдохну, мне придется долго и нудно бежать. Дай сюда. О. Так, увеличить шанс критического удара. Спасибо. Так, ну какие-то, слушайте, все равно локации такие. Спорные. Портал куда? Десятку дают, какую кристальчик. Ну, короче говоря, я понял. Я исследовал, да, территорию? Быстренько. Подземелье какое-то слабое. Ага, то, что я зачистил, оно становится у нас серым. То, что не зачищено, оно у нас фиолетовое. Так, ладно. Сейчас откроешь меня. Ого, внимание.
Непрошенный совет. Где-то рядом с святилищем эти штуки когда-то исследовались для поколения древней династии богини Серендипити. Если вкратце, то ее задача заключается в том, чтобы готовить для людей приятные сюрпризы. Она может помочь тебе твои приключения уберечь тебя от неудач, стоит попробовать. Но когда все получится, сделай вид, что удивлен. Ладно? А ну-ка. А, да. У меня полностью защита от тех. Так, использовать небесный жетон в качестве подношения, да. Твой жетон охотно принят. Окей. Здравствуй, малыш. Кажется, тебе очень интересует мое святилище. О, ну где же мои манеры? Я Серендипити, богиня приятных сюрпризов. Ты ведь рад со мной познакомиться, верно? О, я знаю, кто ты. Да, пожалуй, я могла бы заинтересовать тебя взаимно выгодным соглашением. Есть такие штуки, небесные осколки. В ваших смертных руках они бесполезны, но в моих... В общем, мне нужны помощи в их сборе. Я богиня, значит, обладаю определенными способностями. Ну, ты понимаешь, воскрешение мертвых, поворачивание времени вспять и все такое стандартный, казалось бы, набор божественных способностей, но они могут оказаться особенными для... Ну, в общем, доставь эти небесные осколки к одному из моих многочисленных святилищ, разбросанных по всему Дита. Посмотрим, что из этого выйдет, а? Ну, пока. Так, теперь у нас какие-то осколочки появились. Всего их должно быть 8 штук. Но это вот эти, которые на земле. Значит, это было Серендипити. Подумай только. Но ты ведь не ожидал, что увидишь огромного кита, а? В любом случае, это добрый знак, теперь мы сможем собирать небесные фрагменты. Видишь этот символ? Ну, я-то и не вижу, но мне говорили, что ты должен... Вот, сколько фрагментов ты нашел. Собрав достаточное количество, мы сможем купить для тебя то, что воскресит тебя. Если ты, ну, в общем, ты понял. Так, давайте я посмотрю, может, тут магазин есть. О чем ты? О жизни. Ты просишь второй шанс. 200 кристальчиков стоит, ни хера себе, где я их буду высирать? Так, это подземелье? Да, видишь, такие. Нифига там попадало. Перекати полем. Шлем. Так, на перекате быстро... О! Неплохо. Ага. Нихера, это мне 200 врагов надо убить. Так, проверяем. Так, сейчас. Та-та-та-та-ра-та-та. Хорошо. Подземелье, видите, чуть красноватое. Сейчас его, так сказать, исследуем. И узнаем, поменять ли оно цветастую гамму или нет. О, три сундука. Рудник Молвилен. Давайте центральный. Улучшение игрушки. Отнеси это в магазин игрушек, чтобы усилить какой-либо из легендарных игрушек. Дистанционная мина. Установите с помощью Z, чтобы взорвать ее и установить установленные мины. Ядовитая бомба отравляет все в радиусе. О, нифига мне опыта дали 1200. Неплохо. То есть за открытие каждого сундука я получаю по 400?
Мы, я говорю, сейчас изучаем округ. Ну да, постоянно будет кристаллы падать. Так, в мешочках по 5. Ну, мы почти с вами собрали косарь, чтобы я мог хотя бы что-то купить себе полезное, либо я могу еды накупить. Озеро Бопу. Да, видите, теперь оно чуть красноватого стало нормальным белым. Так, исследую эту территорию, пойду налево. Так, ну это мы у себя в домике. О, быстрое передвижение могу прокачать. Я тебя понял. Буду чутка иначе тебя байтить. О, это типа специальный кристалл, где большое количество... Не пойму, ладно. Кто умный? Я умный. Шахта White Loop. Главное, что я не теряю все навсегда. Я камешек убил. А сколько отнимаешь? По десятке, я понял. Тут еще и развилки получается с вами. Так, наклеечки. Я думаю, стоит вообще ли их убивать? Хотя, да, стоит. В принципе, стоит. Угу. И там развилка. Хотя нет, там развилки нет. Плохо. Для чего сюда пришел?
Просто так, да? Мне нужно больше золота. Надо больше золота. Короче, ищем вазу с кнопкой. Какой кнопкой, да? Если дверь открыта и так. О. Последняя комната. Бандана. Усиливает защиту. Получается, все. Это локо исследовано. Ну, блин, я не знаю, перекати поле лучше или защита. Спорно. Так. Прогулочка налево, да? Так, ну, в принципе, я скоро апнусь. Я скоро и косарь у меня будет. Я утку слышал. Послышалось? Дорога аутсил. Так, я понял, мне сюда еще рано. Слишком сильные враги для меня. Мне хотя бы нужно основное снаряжение, как я понимаю, хорошее купить. Давайте тогда сейчас направо и наверх. Да, минус бомба, это плохо. А, враги вот так вот появляются, оказывается. Из ниоткуда. Это март. Ладно, погнали смотреть, что у нас продается. Блин, заканчиваем. Это март. Что ищешь? Так, бомбы. Плакат. Пни меня. Сыграй над противником. Классическая шутка. Прицепив на него один из этих плакатов, с помощью остальные враги не смогут устоять. Короче говоря, буду чувака убивать, да? Прикольно. Дистанционная мина. Суши по 60, да? Шоколад. Шоколад из Дита Марта. Сахара в нем больше, чем какао. Но в целом неплохо. Печенюшка. Печенюшка с кусочками шоколада. Постарайтесь не засыпать все вокруг крошками. Ладно? Кофе. И сопротивление. Ну, в принципе, по ценам более-менее. Более адекватным. Пойдем сейчас на наклеечный мир. Купон отдадим. Посмотрим, что может быть мне повезет, и вдруг легендарное что-то выпадет. Ну, как я понимаю, это типа лотерея будет.
Магазинчик игрушек. Так, осмотреть игрушки. По игрушкам мне ничего не надо. Улучшить игрушку. Воспользуйтесь, чтобы улучшить одну из ваших игрушек. А хочу я выбирать пистолет? Короче говоря, здесь ничего полезного. Где был магазин стикеров? Где мне тратить эти билеты? И на что хотел косарь потратить. Всего табличек 52 две в игре. Ё-моё. Где магазин чёртов игрушек? То есть наклеек. Вон. Вижу. Магазин стикеров, наконец-то, я его нашел. Лик. На-на-наклейки! Добро пожаловать в наклеечную Лика. Новые любители наклеек не бывают здесь уже много лет. Клейка. Наклейки. Здесь ты сможешь купить наклейки, но только если тебе есть куда их прикрепить. Смотри, выбирай. Купить наклейки с... сканировать коды наклеек. Поболтать, сканировать. Наклейки нужно... Ну же, давай их сюда. Так, у нас два шлема и один для меча. Давайте со шлемов начнем. Наклеечка, держи. Показывает все комнаты на карте при нахождении в подземелье. Ну, знаете, типа заходишь и сразу видишь территорию, все. Предмет подбирается со значительно большого расстояния. Так, доспехи. Усиление сопротивления атакам стихии яда 37%. Херня. Снаряды не причиняют тебе вреда, но у меня же уже есть такая. И для оружия. Наклейки виджет. Возвращайся в любое время. Так, я уровень прокачал, да. Купить наклейки. Асан, дает доступ к рывку. Атакуйте в рывке, чтобы наносить больше урона. Орлиный коготь. Увеличит силы атаки мечом. Слабовато. Гантеля. Увеличит силу атаки мечом. 10%. Часовые батарейки. Игрушки потребляют меньше сии. Очки. Ты находишь больше всякой всячины. Шанс выпадения 8%. Поварской колпак. Еда восстанавливается больше очков здоровья. Это хороший предмет. Солнцезащитный крем. Больше здоровья днем. Прикольно. Вертолет. Он дает доступ к вращению. Удерживайтесь все, чтобы атаковать вращением. Манекинеко. Увеличивает удачу. Повязка на голову. Ночью враги наносят на 25 меньше урона. Козырек. Днем враги наносят 25 меньше урона. Детонатор. Урон и радиус действия твоих бомб увеличен вдвое. Бочка с ядом. Перекатитесь, удерживая X, и затем за собой останется ядовитый след. Правда, на это уйдет немного сил. Двигатель Hot Rod. Переключитесь, удержите X, и за тобой остается огненный след. Правда, ага, и тоже тратится. Код обычной наклейки, код... Ага. Давайте я куплю одну. Так сказать. Испытаем удачу. А, она только одна. Сканировать код. Усиление атаки стихии огнем. Атака огнем. А у меня разве есть стихия огнем? Наклейки.
Карточка с кодами накликая различается по уровню редкости. Чем реже карточка, тем более мощная наклейка она позволяет разблокировать. Принеси мне любые коды наклейки, какие только тебе попадутся, и я просканирую их, чтобы их для тебя. А вдруг Фатум наградит тебя супер редким наклеечки в фольге. Принеси мне любые коды наклейки, какие только тебе попадутся. Все, я понял, все. Так, итого, что правильно, у нас одинаковые ёбаные наклейки. Зонт и зонт. Зачем мне две одинаковые наклейки? Ну, слушайте. Не знаю насчет перекати поля, нужно ли она мне. Да, я типа, хотя я дальше буду кувыркаться. Ладно, давайте, я думаю, на этом мы с вами закончим. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи, всем пока.